Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш переходник Zeiss Contax Yashica для Canon с одуванчиком Лушникова. Вот ваш переходничок. Вот, смотрите, мой объективчик Yashica с таким же байонетом. Сейчас я его установлю. Вот, смотрите. Есть на байонете вот такой вот вырез, вы увидите, когда будете ставить переходник, в который заходит вот этот вот металлический штырек, чтобы блокировать переходник в байонете, не дать ему выпасть. И в обратную сторону нужно будет просто разжать и в эту сторону. То есть установка идет по часовой стрелке, вытаскивание, демонтаж переходника против часовой стрелки. Так. Фокусное расстояние я прошил 200 мм, диафрагму 3,5. Диафрагма во время съемки не меняется, только в режиме программирования. Я вам подробнее дам почитать на сайте. И время задержки входа в режим программирования 1 секунда. Сейчас переходник установлен на камере Canon 5D, но у вас камера еще под старые объективы, и могут быть нюансы. Вот у меня пленочная камера Canon EOS 5, и в нем байонет устроен точно так же, как на вашем 1DS. Смотрите, я бы поставил, и тоже камера показывает диафрагму. Если вы, вставив объектив с переходником, увидите, что диафрагму ваша камера не показывает, то посмотрите внутрь вашего байонета. Смотрите, в старых байонетах есть вот такая вот маленькая штуковина. Вот этот вот штыречек, он сдвигается при установке объективов Canon. Но не на всех переходниках, не на всех переходниках. Ну, в частности, сейчас на этом переходнике, по всей видимости, все нормально. Но попадаются иногда переходники, которые не отжимают этот рычаг, и камера не видит объектив, то есть не видит чип одуванчик. В этом случае вам нужно будет взять небольшой кусочек бумажки или резинки и разжать. Этот рычаг пальцем, и между рычагом и байонетом вставить кусочек резиночки или бумажки. И тогда камера будет видеть ваш одуванчик. Но, скорее всего, это не понадобится, поскольку вот я ставлю в пленочную камеру с таким типом байонета, и камера видит переходник. Спасибо за внимание. Сейчас я это все упакую и отправлю вам.